Выставка одной работы. Дерево, горбыль, кора, гуашь. В глазу бижутерия. Николай Васильевич Гоголь. Стих написан 17 декабря 6 года, день ракетных войск, Варвара. Что лучше может быть отрыжки самогонки? Хочу быть Гоголем, хоть Моголем сейчас. Зачем от паночки ты кругом охранялся? Философ Уев пид Эрас. Чего ты, Вия, ждал, чтоб кончить? Уж лучше в долге синенькой в гробу, чем ждать 3 дня, когда восстанут твари, и вы будут тебя в кругу. А так бы в первый раз, как Пушкин, прельщенный красою, коснулся до ног, и паночка сразу проснулась. Не надо нам, Вия, и ёпорст наш бог.